Всем привет! Это Жестянка. И у нас сегодня финальный эпизод класснючей игры Hello Neighbor Hide and Seek. Вы готовы? Вы готовы. И мы готовы, пока мы готовимся, быстро нажимая на кнопку подписаться на этом канале и обязательно ставь лайк этому видео, потому что это самый клевый канал. И обязательно поделитесь. Насколько помню, в прошлом эпизоде брат нас заставил считать. Yes. Теперь мы играем за девочку, которая... Да, о, смотри, у нас обычные наши туфельки достали. Теперь мы будем искать брата. Брат, ночь. Где? Помнишь, мы брали гитару Давай. И на ней играли? Е. А нет, просто. Вот. Просто клицаешь и все. Клицаешь. Выбросили гитару, не знаю, разбили почти чашку. Хорошо, ладно, выходим, скорее всего, сюда. Так, мы выходим в какую-то интересную локацию. Что там? И мы слышим только ворону. Так, опять комната. Большой шкаф заваленный. Дом. Шкаф заваленный и велик. Да, мы опять стали маленькими. Так, большой дом, здесь шкафу. Мы уже сразу можем понимать, что что-то, наверное, здесь будет происходить. Да. Так, запрыгнуть я не могу. А может быть, мы тут не будем ничего собирать? А я не знаю, кстати. Разбросанные вещи, видимо, брат на понаставлял. А, так, корзинка. Смотри, вот в корзинку что-то надо будет сбрасывать все-таки. Да. Так, здесь что есть? О, лампочка, это лампа. А, с другой стороны есть вход. Прикольно. Только что нужно будет сбрашивать. А сейчас найдем, посмотрим. Смотри, так, вот болт. Какой-то болт. Это фонарик. А, это фонарик. Он светит. И, кстати, он светит. Да. Мы не можем его да. не вытащить. Я вижу, да, ничего. Потому что не активируется эта штука, да, Леш? Да. Так, вот есть какой-то шкаф. Шкаф. Мы выходим в какую-то комнату. Это что было? Понял. Звук брата, ты слышал? Да. Это он собирает игрушки, наверное. То есть он прячется, мы его ищем. Да, сейчас? Да. Братец! Маленький мальчик. А ты беги. Мы идем тебя сюда. Искать. Куда бежать? В коробке? Да нет, ты все время бегаешь. Все время бегай? Да, я буду слишком быстро просто. Так, тут какой-то граммофон. И лезем наверх. Ой, да уж. Я не могу запрыгнуть, кстати. Очень странно, я не могу запрыгнуть на предметы. Секунду, почему так происходит? А может быть против нас играет какой-то другой игрок? Мультиплеер, это интересная идея. Так, коробки, мы коробки взять даже не можем. Ну, есть версия Hello Neighbor, называется Hello Secret, Secret Neighbor. Да? Да. Я запрыгнул в шкаф, наконец-то. Куда-то хоть, куда-то я мог запрыгнуть. Так, ладно, хорошо. Куда что мы... Там? Ух ты. Это он столько тут насобирал. Подожди, тут же была пустая корзина. И это, да, это игрушка девочки, которую мы ищем. Ничего себе. И, а где он делся тогда? Он хрюкнул и убежал. Так, ладно, наверное, надо идти в эту сторону. Что это за ящик какой-то? Окей, проходим в эту сторону, значит. Нас явно... Тихо, тихо. Что ты говоришь? Нас явно где-то брат будет ждать. Смотри, батут. Он мог туда запрыгнуть. Да, действительно. А как на этот батут прыгнуть? Телек, хочу телек, телек. Так, и какая-то тут дикая темень и странная атмосфера. Слушай... Еще, по-моему. Где он? Брат. Опять забросил кучу игрушек. Еще больше игрушек стало, смотри. Слушай, честно говоря, выглядит это жутковато. А-а-а, мне тоже так кажется. Так, ладно, я что-то не понял. Мы слышали брата только что, но он куда-то делся. Так, впереди решетка какая-то. А, вон дырка в решетке, смотри. А вот. Давай с помощью батута зайдем. Странно. А как-то. А, вот так-то мешал, да? Да. Мы же все-таки видели тут батут. А, да-да-да-да-да, мы перелетели куда-то. Ух ты! Так, секунду, мы перелетели через эту решетку. Да. Вот полки наверх есть. Это, наверное, для того, чтобы выйти. Ты слышишь, какой шум? Ой-ой-ой. Ой-ой. Давай туда прыгнем. Давай. Так, на лампочку. Ой, подожди, что это? Выключатель. Это, по-моему, из первого эпизода Hello Neighbor. Куда? Кто мы прыгнем? А, туда нельзя было прыгать. Я прыгнул вниз. И, короче, это был явно выключатель. Так, секунду. Его явно нужно активировать. Да, значит, как-то нужно добраться туда, потому что я не вижу ничего другого. На батут, на батут. Да, ну только на батут надо как-то запрыгнуть еще. Смотри, надо на батут как-то попасть, как-то попасть, как-то попасть. И опа. Так вот. Так, и... О, смотри, я на полку лечу. Почти. О, я на периле. О, смотри. С разбега. Она не прыгнула? Илюш, она нельзя прыгать туда. А, ты не можешь прыгать? Да, там нельзя было прыгать. Прям пробел нажимал, она даже не прыгала. Окей, хорошо. То есть, скорее всего, нам нужно все-таки вот этот рычаг переключить, да, который там нужен был? Да, наверное, сейчас посмотрим, да. Сейчас как это сделаем. Сейчас я запрыгну. Можно сюда. Можно я запрыгну? Да, я уже залетел, возьму. Ладно, хорошо. Шлеп. Надо было на перила прыгнуть, с перила удобнее прыгать вниз. Короче, нам, скорее всего, нужно прыгать вот сюда аккуратненько, да? Я как-то использую свою тактику. Вот сейчас ты разворачивайся вперед. Ну,
Ну, как-то так, да. Вот так? Да, вот так. О, все, теперь мы не падаем. Так, подожди, где мы, куда? Ой, мы опять там лампочки. Подожди, это вторая лампочка, которая была над дверью. А, да, мы пролетели аж над дверью, наверх туда. Ого, мы под самым потолком. Окей, нам сюда, скорее всего, да, Илюш? Да. Скорее всего, сюда. И мы можем... Да, и мы зашли внутрь. Так, окей, ребята, мы прошли внутрь. Свечки. Горят. Свечки. Давай в них залетим. Ой, не надо. Слышишь, что-то звучит? Брат. Давай дверь закроем. Я думал, шум пропадет. Так, походу надо добраться туда, Илюш, смотри. Да, давай, по мини-полочкам. Давай. Так, а дальше туда, что ли? Да, давай. Да, действительно. И... Так, теперь куда? Сюда, на эту полку. А, вот туда, точно. Да. На сардины к этим. Заметил! Можно я, пожалуйста, попробую? Давай. Так, Илюха, давай, нервы. Получилось, хорошо. Первая полочка пройдена. Получилось, вторая полочка пройдена. Так, теперь надо на сардины прыгать сверху. На консервы. Теперь туда. О, тихо, не спеши, что там? Не спеши, просто прыгай вниз. А нет, стой, подожди, что слева? Слева, что это? Еще один забор, смотри, вот тут можем спуститься, в принципе. А вот и звук радио этого. Слушай, давай канал изменим, все-таки. Нет, канал менять не надо, канал Жестянка — это самый лучший канал. Поменять канал нельзя, все, раз уже вы подписались на канал Жестянка, все, вы теперь будете с нами до самого конца. Так, о, смотри, мы выходим на улицу, клево, хорошо. Где паренечек, что это за гвоздь? Да возьму гвоздь, нельзя взять гвоздь. И почему-то здесь мерцает, смотри, изображение, странно. Так, мы выходим, мы вышли на улицу, это смотри. Крыша. Да, действительно. Он скрипит? Ну, нет. Так, не скрипит себя. Прочные доски. Ага, нам надо туда прыгать. Мы, наверное, там найдем как раз брата. Ворона. И что, на самом начале? Фух, я думал, на самое начало. Так, еще разочек, не получилось. Слушай, тут прям высоко-высоко. Очень высоко. Это что, брат сделал нам такой вот небоскреб? Да, прям видишь, там туман. То есть мы не можем прям полететь вниз, потому что настолько, наверное, высоко. Наверное, это потому что мы маленькие, поэтому это нам так. Или кажется. Так, или мы очень маленькие, ты прав, Илюш. Так, теперь что? Теперь куда? Ну нет, не сюда. Нет, не сюда. А куда бежать-то? Так, девочку ловит, хорошо. Сюда. Давай, попробуем. Окей, я поднялся. Ну, вот, сюда как-то надо бежать, Илюш. Значит, по этой доске. Значит, давай по этой доске будем прыгать, да. Вот, точняк. Теперь куда? И вот на эту. Сюда прям? Да. А если что, трубы тебя удержат. Действительно, ты прав. Вот так вот делаем, вот так вот. Вот сюда. Опа. Да, и сейчас. И вот сюда. Вот сюда. Вот так. Ого, сюда. Слушай. И лестница. Лестница, ну прям как для нас сделана лестница. Хорошо, да, слушайте, наверное, мы ползем на самый верх, у нас пути дальнейшего нету. Явно мы лезем куда-то в нехорошее место, потому что так высоко я не хочу добираться. Смотри, там что-то лежит. Что-то лежит, это лежит наша игрушка. Мы ее нашли. Давай, хватаем и бежим назад. Не убежали, все, уже мультяшка. Ой, какая улыбака. Обняла, это девчонка, да? А вот и брат, смотри, ой, ребят, вот видите, у него с глазами что-то нет, он явно неадекватный. Не надо, ой-ой, мы стоим на самом краю, ребята. Нет, он ее случайно толкнул. Он ее случайно толкнул вниз, оборачиваясь назад, на нервов, на психах. Это, ребята, не к добру. Где ворона, почему она нас не ловит? Может быть, она сейчас за нами летит? Давайте будем надеяться, что ворона ее поймает, потому что сейчас это выглядит все очень нехорошо и неприкольно. Брат случайно столкнул свою сестру вниз. Получается, в этой семье мама попала в автокатастрофу, брат сошел с ума, а девочку брат случайно сбросил с крыши. Да, темнеет экран, не поймает, к сожалению. А вот мы видим, к сожалению, как сосед, он же отец семьи, возле могилы. О, ребят. Спасибо огромное создателям этой игры. Конечно, очень тяжелый сюжет, на самом деле. Есть за что переживать, но неожиданно для нас, честно говоря. Короткая история. Сначала идет эта игра, потом весь «Привет, сосед», и потом уже новая вышедшая игра, которая «Hello Guest», по-моему, называется.
И потом уже там вот этот же сосед, только в другом костюме, по идее. То есть, не знаю, давай вот ты сейчас видишь это видео, обязательно напиши в комментариях, вот Илюха правильно ли сейчас сказал, потому что, скорее всего, я тоже считаю, что это правда. Да. Все, спасибо тебе огромное, обязательно ставь лайк этому видео, я надеюсь, ты не грустишь сейчас, но и дослушал до конца нашу болтовню. Все, спасибо тебе большое, давай, до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.